Ви зараз дзвоните, він десь розв'язується. Я мені допомагати, якщо на музиці, я вже зараз подивлюся. Ой, дорогі! Кого держать? Конверт держи. Юль, на, снимай. Не до конверта, на Катя. Да никто нас не смотрит даже. Юля! Слушайте, что за день сегодня вообще? Вот так и все, вот так и держи полгода. Это белый чисто, да, белый? Да, это вот белый. Сегодня было так, блин, так что они... Нет, вон в тот краситель запихиваешь, а потом сюда. Как ты догадалась? Так, все. Знаешь? Уберите еще это. Там Анна Александровна, что-то там. Украшено. Понимаете, да? Не видно, тебя не смотрит. Девочки, идите, мешайте. Надо отрезать, Жан Викторович. Да, оно же не спускается туда. А я сейчас отрежу вам полкилограмма. Не вешай дальше. Ладно. Мешай. Эй, где народ? Напиши проститутке, выйти. Никого нет. Идите. Что, вы еще давайте я сюда, да? Сильно не бьет, он нас дядя. Своими камерами. Это папарацци, Вов. Ты, блин, самая озабоченная. Вот, присоединился, смотри. Сразу все присоединились. Да, вот показывай, Вова. Вова. Вова, это телеканал «Шеф-повар». Значит, слушайте все. Кто не знает, там есть у нас нет. Такая студентка, ее зовут Юлия Корнева. Юлия Корнева. Все твои данные. ВКонтакте Давид можете, Владимир. ВКонтакте можете его найти. Он живет в городе Бирске. Андрей. Ты еще адрес расскажи. Так, кто-то приготовит нам прощение. Интенсивнее. Вспоминаем, как это будет красиво. Вы отрезали? А это что, специальные мешки или это пакеты такие? Да я купила специально для вас, чтобы вы украшали. Еще какой-то цвет был, да? Где еще розовый или какой-то? Так, сильно не вбиваем, потому что они могут осесть. Что, Жан Викторович, столько хватит? Угу. Что рисуем? Вова, ну давай. 8 марта. Ну что, напишем 8 марта? Напиши. Зачем? Он не слазит, потому что здесь не обрезано. Угу. Воздуха нету. Вот, сюда как? Давай. Еще розовый где-то. Где розовый?
О, мне не влезет все. Ну все, ем только их. Восьмое. Восьмое. Нормально. Где еще один цвет? Восьмое, марк. Короче. А там можно сверху не влезет. Что тут? Что такое? Ну и хей с ним. Нет, не хочу. Хочу. Вы дайте мне розовенько. А, еще нет, да? Вон, она еще не готова. Вовочка, вперед, на, иди это, вот сюда, вот иди. У тебя богатая фантазия. А, меня? Я только линии могу рисовать. Ну, иди рисуй линии, пожалуйста. Что рисовать, я не знаю. Давай, делай каемку какую-нибудь, не обязательно, может быть, я хочу. Да, надо стакан такой. Аккуратненько, ручки трясутся, сейчас мы сделаем еще. Ну, когда мне зеленый? Вы не отрезали? Зеленый. Белое очень это густая, а все остальные маленько пожиже. Вон фигня какая-то, хорошо. Отрежь. Красиво, красиво. Смотрите, сейчас сделаем. Отрежь. Молодец. На зеленым что-нибудь. Дайте мне розово. Юля. Дайте белый. Ты отрезала? Да, то ну что? Ну а вдруг она испортит? Вов, ты уже делал просто. Смотрите, как красиво. Посмотрите там печенье в печке. Девчонки. Ох, какая красота, скажите. Да. Не чергайте стол. Так, что здесь можно? Цветочек можно сделать, да? Да, очень красиво. Шаровочки. И вот там творить. Чудеса. Угу. О, лучше линию ничего. Молодец. Вовка умеет скандинавские мотивы у нас. Весна уже, хорошие снежинки рисовать. Еврейские. Вот, красиво, да? Только вот серединка вообще. Серединка такая. Мне розовый нужен. Она типа связывает все. Пожалуйста, девочки, пожалуйста, только аккуратно, тут ничего попало, и это, вот как в детском саду. Сверху сделайте вот эту штучку за какую-нибудь. Вов, сделай, пожалуйста, у тебя белая красиво получилась. Какую штучку? Ну вот эту белую, которую ты нарисовал. Где какую? Ну каемочку сама бери, пробуй. Давай, давай. В смысле, что ты просто по краю видишь? Смотри, чтобы она не выделилась. Ага, у меня получится какая-то. Розовая. Да, хочется попробовать. Пробуйте, девоньки. В смысле? Только испортим. Мы тоже первые испортим. Скажите рецепт печенья. Спрашиваю. Песочное тесто. Вот такое песочное фигня. Тесто. Молодец, Игорь, молодец. Очень красиво. Девоньки, погляньте, что там у нас это? Дави сильнее двумя ручками. Да. Очень густой. Двумя ручками держи, чтобы у тебя руки не тряслись. Так, блин. Вы мне тут что-то дайте? Только эти. Вот, да. Еще. А я цветок потом глазом сделаю. А лучше-то куда она денется? Вы что? Ой, Наголёк, смотри, как ты просто придёшь. Молодец, да. Тепло. Ну, вообще. Вау. Кошмар. Спасибо. Да. Ну, Бога получилось. Да какая разница, красиво. Вот, получается. Знаешь, у меня бы еще хуже получилось, хотя я точно говорю.
Сине-сина это цвет да, такой у нас, да? Не бойся! Ты представь себе, что ты хочешь нарисовать. Это цветочек, просто розочку хотела. Лесу розочку. Розочку. Бери вон розочку на красный бери. Шок эти. Черт! Жанна Викторовна, пипец, я вам запахаю косячу. Да я это, Вов, я это сейчас подрисую. Там срочно? Ну, давай. Че, желтый надо? Нет, надо белый. Смотри. Да. Нам, пожалуйста, форму. Ну, а там же были два. Что тебе белый нужен? А что такое? Ну, мне нужен. Мне нужен. Ну ты же что делаешь? Ну, сейчас думаю, что делать. Ну давай, я пока ты будешь думать, я уже круг нарисую. Ладно, давай. Ты серьезно? Не, ручки прикольные. Ты еще зеленый там давай, листочки. Угу. Что, у тебя руки дрожат? Я боюсь. Они у всех дрожат. Я тоже дрожу. Где они дрожат? Да? Когда начинаешь? Не страшно. Нас кто-то смотрит, один. Че ты за бездны? Ну? Кто ты? Кто тебя смотрит? Ты чудовище, кто ты там? Он сейчас уйдет, не обижай. Да пусть уйдет. Пошел да. Отсюда. Занавижен, я вас поймаю. Что за бред? Веточка. Сапа, можно это как-то стереть? Да нормально. Нет. Нормально. Хочу это убрать. Дайте мне зелененький. Ну во, нормально, только надо вот сюда еще чем-то рисовать. Я не знаю. Восьмерку. Что сделать? Не знаешь, что нарисую? Нарисую я. Это просто уголовь. Солнце. Прикольно. Юль, вот у тебя классно, слушай. Ага. А что, если здесь? Как я боюсь, я хочу что-нибудь нарисовать, но мне кажется, перебор будет, да, если я здесь еще заплачу? Что-то. Сейчас тронь, да? Да мне красиво. Так вот это поправь. Ну это вон. Как вы сделали такие узорчатые, а? Я, наверное, просто сделаю. Нет. А там мы главные. Ой, все, никто не смотрит. 58 марта. Нифига себе, я не знаю. Блин, а что за ювелиром надо быть, чтобы написали? Печеньки! Я не могу, короче, так, надо бусинки еще на печеньки. Ты смотри, как ты молоко. Игорь, на, включай. Дайте мне. Красивые печеньки.